А теперь о крупной победе махачкалинского «Динамо». Команда обыграла во втором дивизионе футбольной национальной лиги «Дружбу» из Майкопа с разгромным счетом 3-0. Встреча прошла в Махачкале на стадионе имени Елены Исимбаевой. Уже в первом тайме два новобранца «Динамо» Сослан Кагермазов и Дэвид Бегулаев забили гол. Во втором, после розыгрыша углового, защитник Камиль Ибрагимов сориентировался в штрафной быстрее всех и отправил мяч в сетку. А уже ближе к концу встречи наши футболисты забили победный гол. Напомню, для махачкалинского «Динамо» это первое участие в чемпионате России с 2006 года.